Необычный праздник устроили сегодня ученикам школы имени Юсупова. Детям предоставили возможность услышать рев мотора настоящего гоночного автомобиля «Цитра Монстр» и сесть за руль популярного мотоцикла «Харли Дэвидсон». Мероприятие приурочено к наступлению Нового года по мусульманскому календарю. Это так клево, я тоже хочу стать гонщиком. Красота автомобилей, скорость мотоциклов, чувство свободы и соперничества. Многие мальчики и девочки, как оказалось, мечтают стать гонщиками. Детская площадка ровно на час превратилась в автотрассу. Необычный урок ознакомления с авто и мотоспортом прошел сегодня в Махачкалинской школе имени Юсупова. Мы стараемся дать нашим деткам самую разнообразную информацию об окружающем мире. И стараемся также не только учебу их загружать, но и периодически устраивать для них веселые праздники, чтобы они могли развлечься, отдохнуть, выплеснуть свою энергию. Появление профессионального автомобиля для кольцевых гонок «Time Attack» привело в восторг мальчиков и девочек. Однако, прежде чем прокатиться на машине, напоминающей автокары «Формулы-1», команда «Энерголюкс Рейсинг» дала ребятам несколько советов. Что хотел бы пожелать детям, это быть внимательнее, когда они переходят дорогу, потому что это очень важно. И водители хотел бы попросить, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и скоростной режим. Для гонок есть специальные места, это автодромы. Так что реализуйте свои желания, свою страсть на автодромах. По словам водителя мотоцикла Harley Davidson Night Road, стать байкером непросто. Необходимо вести здоровый образ жизни, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем довольно увесистого вида транспорта. Я бы им сказал, чтобы они подождали как минимум до 35-36 лет, чтобы в них огонь чуть-чуть погас, любовь к адреналину и так далее, только потом, потому что это не самый безопасный вид транспорта. Мероприятие украсили аниматоры, легендарные герои кинофильма «Трансформер» Дамблби и мультфильма «Тачки. Молния Маккуин» пели и танцевали с учениками под современные треки. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.